Здравствуйте! Прогноз погоды на воскресенье, 18 февраля, представлю вам я, Карина Воробьева. Световой день составляет 10 часов и 8 минут. Бурятия продолжает находиться под влиянием циклона. По всей республике холодная погода и сильный ветер. Начнем по традиции с северных районов. Тут солнечно. Температура днем минус 23, ночью столбик термометра опустится до минус 35 градусов. Порывы ветра до 5 метров в секунду. На юге республики переменная облачность и вероятность снега. Днем минус 23, ночью минус 30 градусов. Порывы ветра до 7 метров в секунду. В западной части Бурятии без существенных осадков. Облачно с прояснениями. Днем минус 23, ночью минус 31 градус. Скорость ветра до 8 метров в секунду. В Кяхте солнечно и без осадков. Днем температура составит минус 21 градус, ночью минус 29. Ветер до 5 метров в секунду. В Улан-Удэ переменная облачность. Днем минус 23, ночью минус 31. Порывы ветра до 8 метров в секунду. С вами была Карина Воробьева. До встречи!